Пока, значит, у нас голова варится, я решил вот пару стейков отпустить просто на засолку. Значит, вот позвоночник выглядит вот так. То есть основное тело, достаточно мощный позвоночник, который, значит, можно разрубить только приложив определенные усилия. И, значит, есть верхняя и нижняя часть костей, больше ничего нету. То есть вот такие штуки остались, значит, вот ее надо варить. Вот остальное, значит, попробуем, ну, посолить. Чисто для эксперимента, для ознакомления вот с новой рыбой. Не знаю, какая она по вкусу. Понравится, не понравится, ничего не могу сказать. Сейчас посолим и оставим, в общем, на сутки. Это соль. Вот так. Немного. Немножко сахара. Самую малость. Сахар, в принципе, все время добавляю. Ибо он дает определенный вкус. Так, все это мы ставим, значит, скажем так, для эксперимента до завтра. И будем пробовать. Вот и еще одна такая небольшая ремарочка. Желейность, значит, все-таки присутствует. Вот бульон на следующий день. Ну, то есть, как бы жиденький, но не льется. То есть, в принципе, на заливное, значит, великолепно, наверное, рыба пойдет. Маленько желатина добавить. Так, ну что, прошло двое суток. Посмотрим, что у нас получилось. Соленого сама. Мясо вот такого цвета. Передача, наверное, слегка обманывает. Вот здесь, грубо говоря, похоже почти. Надо сказать, диетическое мясо. Вполне можно. Ну, как красную рыбу кушать соленую.